Здравствуйте! Передо мной инструмент, с помощью которого можно производить пропилы любого вида. Прямые, фигурные, вертикальные и угловые. Это электрический лобзик DeWalt DV341K. Его особенно удобно использовать для обработки фанеры, ЛДСП, вагонки, пластиков, тонких алюминиевых конструкций. Подошва лобзика имеет специальную накладку, которая защищает поверхность заготовки от царапин. Еще одно достоинство подошвы – ее подвижность. Для выполнения косых резов она наклоняется на 45 градусов вправо и влево. При этом для ее регулировки ключ не требуется. Не нужен он и для фиксации пилки. Ее установка осуществляется одной рукой. Пильное полотно надежно фиксируется в зажимном механизме. Электронное оснащение лобзика позволяет регулировать скорость в зависимости от обрабатываемого материала. Это может быть дерево толщиной 85 мм или 20-мм металлический лист. Максимальная скорость 3100 оборотов в минуту. Также предусмотрена кнопка фиксации пускового курка. Это поможет придерживаться заданных оборотов на протяжении всего распила. Лобзик имеет 4 положения маятникового хода. Несмотря на то, что он повышает скорость работы, пилка изнашивается меньше и дольше не требует замены. И вы никогда не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.